Привет всем, приветствую вас на канале HB Human Building. Сегодня мы возьмем и перейдем в нашем проекте Kotlin Multiplatform вот в этой части браузерного представления от чистого использования Kotlin JavaScript, там Kotlin HTML и Kotlin CSS к использованию одного из популярнейших компонентных фреймворков React.js. Можно, конечно, было бы выбрать и Angular.js, и Vue.js, но React поддерживается на данный момент лучше всего для Kotlin Multiplatform. А для этого нам понадобится новый инструмент. Я ставлю ссылку под видео на вот такую статью, где рассказывается о Webpack инструменте. Мы с вами собираем Java проекты с помощью Gradle. Для того, чтобы собирать фронтенд, вы знаете, используются NPM, Yarn и так далее. Значит, Webpack в этой статье сказано вот что. Берет модули с зависимостями и генерирует статические ресурсы, которые представляют эти модули. И картинка. Посмотрите, JavaScript, стили, изображения, HTML кусочки. И все это проходит через трансформацию и получается вот такая связка. Затем, когда у нас будет Webpack, мы можем подключить, собственно говоря, обертку вокруг обычного фреймворка React.js и писать React.js компоненты на Kotlin, что облегчит нам отладку проекта. Вот еще такая иллюстрация. Это просто кто не работал с React.js, ну или пробовал, но не использовал потом в практике. Совсем-совсем кратко. Что это значит? Вместо того, чтобы писать смесь там, да, из кусочков HTML, кусочков JavaScript, стиля и так далее, пытаться как-то вручную это все модуляризировать, вместо этого берем готовый фреймворк и пишем, например, на языке JSX. Это равноднадстроечный язык над JavaScript. И на нем мы пишем все в виде набора компонент. Ну, например, есть компонента application, самая главная корневая. В нее мы подставляем компоненту для отображения меню навигации по сайту, для отображения основной контентной области. Потом создаем также компоненты для главной страницы, для страницы о нас, там для страницы отзывы и так далее. Потом берем и компонуем представление из этих компонентов. То есть в одни компоненты можно подключать экземпляры других. Каждый компонент может либо не хранить никакие данные в состоянии, либо иметь состояние, а также может быть автономным, либо же принимать данные сверху из родительского компонента, в который его экземпляр подключен был. Получается вот такая иерархия из компонент, написанная на языке JSX. Потом это все проходит через трансформацию. На выходе получаются JavaScript файлы. У нас получится один файл bundle.js. Это очень удобно. Этот один единственный файлик, который будет на выходе, мы подключим к нашей единственной веб-странице. У нас будет single page application. Попозже мы еще добавим навигацию в стиле SPA, да, single page application, чтобы без перезагрузки веб-страницы пользователь мог переходить по разным разделам сайта и совершать асинхронно другие действия. Полная асинхронность. Здесь на картинке есть еще два дерева. То есть это виртуальный Document Object Model. И он синхронизируется с Document Object Model, который уже отображается в браузере. То есть здесь происходит, допустим, какое-то изменение в компоненте. Он отмечается как так называемый грязный. После этого можно выполнить синхронизацию. И вот здесь вот изменения в браузере в том же самом элементе тоже произойдут соответствующие. То есть деревья уравновесятся. Ну, все, кто занимались с React, вам это, конечно, не интересно, поэтому поскорее перейдем к нашему Kotlin Multiplatform. Вот реализация в нем, как это все делается.
пополним readme информацией. О том, как запускать сборку только серверной стороны, только клиентской стороны, как их останавливать, как запускать все вместе. Пишем все в readme. Ну, естественно, на каких адресах, на каких URL будет доступен сервер, на каких клиент. Теперь, как всегда, начинаем со сценария сборки. Я удалил строку, в которой непосредственно указывается путь к Kotlin Multiplatform плагину определенной версии. И подставлю вот таким образом, используя условное название, вот ключи здесь. На первом занятии мы разбирали, что эти ключи потом будут использоваться в другом файле. Вот здесь, в Settings Gradle. И по этим ключам будут уже подключаться реальные зависимости. Поэтому здесь использование будущих ключей, которые мы тоже сегодня внесем в наш проект. Эту строку удаляем, она нам больше не нужна. Видите, здесь теперь ключик вместо полной зависимости и подстановка версии. Далее повышаем версию KTOR. В процессе подбора версий, подгонки, которые не вызывают конфликт, подходят друг другу, мне пришлось повысить версию до 1, 2, 3. Потому что далеко не любые комбинации вот этих всех зависимостей плагинов будут работать вместе. Это иногда бывает очень трудно подобрать. Кстати, естественно, есть генераторы. Вы знаете, есть генератор для Spring Boot, есть специальный генератор для KTOR проектов. Вы можете ими пользоваться через консоль. Можете заходить на веб-странички. Почему бы и не показать, да? Допустим, я никогда не пользовался, представим себе. И как бы я это искал? Вот так, наверное, KTOR Project Generator. Сразу нахожу нужную веб-страницу. И если начнете вот здесь вот, собственно говоря, мы сразу на начальную страницу попали, где надо приступать к настройке будущего проекта. Вот видите, уже KTOR 1.2.4. Да? Пока делаешь пример, уже все успевает измениться, обновиться. Мы используем Netty, вместо него можете другие встраиваемые веб-серверы использовать в проекте. Кроме Gradle, написанного на Groovy, вы можете использовать Gradle-сценарии, написанные на Kotlin, на DSL Kotlin. И для любителей Maven есть вариант Maven. Хотя последние годы все реже и реже им пользуются. В таком старом более стиле на языке XML конфигурация пишется. Тут все интуитивно понятно. Вот вам поиск, вот вам список, какие можно добавлять зависимости. Читаете, о чем они, добавляете. Это для серверной стороны, для клиентской стороны. Все это, конечно, можно генерировать. Но у нас более тонкий проект, нам мультиплатформа, в которой очень много всего намешано, поэтому генератор такой вряд ли подойдет. Почему вдруг я о нем вспомнил вообще, да? Я подбирал версии, вдруг вам показал генератор. А потому что я сказал, что версии это трудно бывает подгонять, чтобы все это собралось и заработало. А генератор просто полностью 100% с вас снимает этот труд. То есть вы берете галочками, отмечаете, какие вам надо составляющие в ваш проект готовые, какие зависимости. А генератор сам знает,
какие версии зависимостей к каким подходят. Вы получаете готовый к запуску демо-проект. Выкачиваете себе в конце настройки. Сейчас у нас, к сожалению, так не получится. Поэтому некоторое время пришлось потратить вот на подбор версий. Теперь я вам показываю уже готовое. А вот здесь нам придется изменить вариант модуля JavaScript выходного, да, при генерации из Kotlin в JS, потому что UMD несовместимый с Webpack. Webpack, напомню, инструмент, который будет объединять подключенные наши собственные веб-ресурсы, да, и собирать их в один набор единый. Вот ему придется тип модуля JS изменить. Далее. Все наборы ресурсов оставляем без изменения сейчас, кроме JavaScript, кроме браузерной стороны. Потому что React.js это то, что работает полностью на клиентской стороне, только ее затрагивает. Что у нас здесь? Обертка для использования CSS и JS на Kotlin. Обертка вокруг React, вокруг его основного модуля. Обертка вокруг дополнения React DOM. И также нам понадобятся иногда какие-то элементы HTML разметки, опять-таки написанной на Kotlin, да, DSL HTML, в которых можно подмешать стиль. То есть прежде чем выносить стиль какой-то глобальный делать, бывает удобно добавить стили прямо в сами компоненты. А может быть, и вообще вот такую стратегию выберете, что все компоненты несут с собой стили собственные. Ну, тоже довольно нормально. Если у вас это компонентный фреймворк, как React, это вполне нормально. Раскладывать каждому компоненту его веб-ресурсы дополнительные. Находим JS Main. И вот сюда подбавляем зависимости. Это еще не все в настройке Gradle скрипта сейчас. Значит, здесь мы берем и постепенно переходим к все большей автоматизации сборки проекта. То есть, если раньше был алгоритм вручную написанный, как перемещать уже собранные, оттранслированные из Kotlin в JS файлы в нужный каталог, в нужном модуле, да, в каталог Web, в JS модуле, то теперь давайте-ка используем пока что в явном виде Kotlin Frontend. Kotlin Frontend. Для этого вверху мы подключали вот такой плагин Kotlin Frontend. Ну, версия у него 0.0.45, по-моему, до сих пор такая держится. Больше пока не сделали. Возможно, это и все. Может быть, он на ней и закончился. Потому что дальше мы будем еще лучше автоматизировать, и явно этот никакой Kotlin Frontend даже не будем вызывать. Еще будет все более лаконично выглядеть. Но пока давайте пройдем вот такой этап. Посмотрим, как это Kotlin Frontend делается. Вот этот depends on убираем, задачку копирования убираем. И вместо этого комментарий тоже этот уже не нужен. То есть это apply Kotlin Frontend плагин у нас блок. Дальше посмотрите. Gradle, сборщик для Java платформы, обращается к другому сборщику, который для фронтенда, NPM, всем известный. Ну, если неизвестный или малоизвестный, то читаем о нем на официальном сайте. И здесь у нас подключены зависимости, которые уже на сей раз для фронтенда.
Очень важный момент. Посмотрите, библиотека Core.js третьей версии. Начиная с третьей версии. Очень большая разница между структурой библиотеки Core.js, которая на языке JS написана, в мажорной версии 2 и в мажорной версии 3. Радикальное изменение. Поэтому мы ставим именно не ниже третьей версии, потому что мы используем Kotlin, Ktor, там обертки под Kotlin таких версий, которые потребуют и будут искать, понимаете, каталоги и файлы именно согласно правилам расположения в Core.js 3, а не 2. И иначе у нас, если более низкие версии, ничего не заработает. Ну, как я уже говорил в самом-самом начале, я брал за образец уже готовый репозиторий примера, но оттуда полностью выбросил декорирование компонент с помощью RinUI, потому что этот RinUI отстал, и он с Core.js 3 и выше не работает. Поэтому с ним гигантские проблемы были бы. Мы от него отказались и заменим его в будущем кое-чем другим. Все равно мы украсим хорошо наш фронтенд. Дальше, Kotlin XHTML. Я думаю, это понятно. О чем Kotlin Extension, CSS, CSS.js тоже. Ясно, что это такое. А теперь обратите внимание, если у нас вверху были зависимости вот для Kotlin такие, CSS, CSS.js, потом для React пошло, для styled элементов разметки, то вот здесь все дублируется, но только эта часть, которая будет работать на фронтенде. То есть вот JavaScript там, для CSS, JavaScript, здесь React, Styled Components. Это все для клиентской стороны. Поняли? Здесь 16.9.0 и здесь 16.9.0. Я не стал брать там иногда самые последние версии каких-то зависимостей. Но опять-таки для хорошей подгонки, да, чтобы не вступили слишком новые там варианты библиотек в конфликт с другими, которые чуть-чуть отстают. Итак, Kotlin Frontend мы вставили. Source Maps False оставляем настройку. Теперь добавляем Webpack Bundle. Что у нас тут за скобка вышла такая? Это внутрь Kotlin Frontend добавляется. Webpack Bundle, ну, я думаю, это интуитивно понятно. Значит, настраиваем на режим Production. Порт, на котором у нас запустится на наш фронтенд. URL прокси. Дальше именуем наш Bundle как Main. Bundle, то есть вот эта штука, да? Упаковка, в которую, связка, в которую все соберется. Все эти ресурсы. Ну и source map enabled true здесь теперь ставим. Вот эта уже строка не нужна. Смотрим, что дальше у нас. Вот эта задачка запуска больше не нужна. Этим будет вообще заниматься теперь плагин. А вот эту настройку пишем в Gradle сценарии. Ну, то есть, что мы используем Netty и указываем порт. Теперь нам нужно перейти в Settings Gradle и там написать для ключа вот этого org, JetBrains, Kotlin, Frontend
что это на самом деле. Да, то есть на самом деле это вот такая зависимость должна быть подключена. Заранее еще с самого начала мы подготовили, да, для ключа Kotlin Multiplatform. Вот теперь мы его наконец используем, как вы видели вот здесь в build.gradle. Удалили прямое подключение плагина и добавили вот такое по ключу. А точно так же мы подключаем по ключу и Kotlin Frontend. А вот настоящий путь к подключению этого плагина. И что еще? Все это, конечно, нужно откуда-то взять, эти плагины, да, поэтому добавляем repositories. Здесь в плагин менеджмент именно для него нужны эти репозитории, то есть откуда он эти плагины будет брать. Maven Central самый главный, а также Kotlin Enterprise Application. Ну, теперь начинаем этим всем пользоваться. На этот раз, наконец, вынесем, как положено, глобальные стили в отдельный файл и назовем его, соответственно, globalstyles.kt. На Kotlin написано. Да, я специально даже скопирую закомментированную строку. Просто если бы мы более старые версии использовали, то, видите, я тут комментарий оставил deprecated, знак вопроса. Ну, потом я разобрался, действительно deprecated. То есть вот такой импорт уже устарел, уже нету. Нет такого пакета, надо вот эти использовать. Давайте сделаем import changes. Кстати, остановлю выполнение приложения. Ну, мы видим, вот у нас singleton global styles. А здесь мы напишем функцию inject, вот, которая будет как процедура работать, выполнит некоторую работу по добавлению стилей в React.js компонент, написанный на Kotlin. Итак, мы создаем value styles. Здесь с помощью CSS билдера пишем опять селектор body, пишем атрибуты. Посмотрим заодно, как у нас тут сборка идет. Ну а в самом конце пишем вот такое действие. Берем вот этот value styles, превращаем его в строку, то есть весь все вот это превратится в строчку, и просто методом inject global вставится вот сюда, в styled components. Готово. Зависимости сработали. Видите, красный цвет погас. Все хорошо. Глобальный стиль мы создали. Теперь переходим к файлу main. Ну, здесь практически все надо будет изменить. Сначала добавляем импорты. Вот этот импорт пока не работает. У нас нету такого пакета view пока что, но сейчас сделаем. Значит, какая цель этого файла main.kt? Точно такая же, как цель файла main.js в обычных React.js проектах. То есть в этом файле пишется код, который должен найти на пустой HTML разметке главной и единственной страницы индекса HTML, найти div, помеченный как тот, куда надо вставить все содержимое. Дальше мы здесь должны прописать какой-то корневой
React компонент, который и будет вставлен, то есть отрендерен в обычное представление и вставлен в div. То, что на прошлых занятиях мы делали с помощью, условно говоря, JavaScript, ну, все, конечно, это Kotlin, но на продакшене уже на клиенте это все будет JS. Мы JS брали и какой-то текст вставляли в главный div. Теперь мы здесь в main берем главный компонент, и он рендерится и вставляется в тот же самый div. То есть принцип остается все тот же, но только React добавляет нам автоматизации, модульности и так далее. Вот этот код нам уже больше не понадобится, мы его пока уберем, и пока у нас main вообще ничего не делает. Вот это будет у нас главный компонент, я его назвал application component. Ну, чтобы он был. Чтобы он был. Давайте-ка создадим отдельный такой каталог view в папке в JS модуле, в папке Kotlin. И соответствующий пакет view будет у нас на Kotlin. Там мы располагаем наш первый корневой компонент application, реактовский. Указываем, что это у нас пакет view будет. Ну и тут кто React знает, то для вас практически ничего удивительного нет. Но все же, да, для всех разъясню. Ну, во-первых, здесь область для локальных стилей создается в виде синглтона. Вот. И посмотрите, как интересно. Мы берем и создаем некоторый класс стилей и указываем у него атрибуты. Другой класс стилей создаем, который этот репо, этот пост будет называться, да, для постов, которые пользователи выкладывают там в форуме. У этого свой атрибут. Вот. Сделали набор стилей таким образом. Дальше. Props. Props, ну, через которые передаются какие-то параметры, какие-то свойства внутрь компонента. Ну и здесь мы сделаем один prop. Ну, как бы, давайте поясню для тех, кто... Сейчас, одну секундочку, открою. Как бы это визуализировать. Ладно, не будем тратить время на теорию. В общем-то, просто представьте себе, что при вызове вот этого компонента, компонент, ну, это как класс, представим, да, как в ООП класс. Класс образец, а объекты это экземпляры этого образца. И вот когда мы где-то создадим экземпляр этого компонента и вызовем, подставим куда-то на представление, в этот момент мы в него, как в аргументы функции, можем передать какие-то данные. Но ведь у разных компонент может у каких-то не быть вообще этих props. Кому-то может одну настройку, кому-то 10 надо передать. И как это в программировании решают? Ну, а так, что упаковывают в какой-нибудь object весь набор, или там в map, допустим, да, в словарь какой-то, весь набор передаваемых данных. И props всегда содержат, ну, как бы один объект словарь. А вот сколько будет пар ключ значения в этом словаре, это мы уже определяем для того или иного компонента или для того или иного его вызова. Так вот, для компонента главного application мы говорим, что он сможет вытягивать из props по вот такому ключу какое-то значение типа coroutine scope. Coroutine scope нам понадобится для асинхронных работ. Ну, коррутины вы должны знать по Kotlin, да, что это лучшая реализация асинхронности, чем
треды и даже другие там более высокоуровневые средства синхронности. По многим параметрам это лучше будет. Дальше мы берем, создаем state. State у нас пока пуст. То есть состояние компонента пусто. Не содержит ничего. Дальше, собственно говоря, основа компонента. Мы берем, создаем новый компонент, описание, да, компонента, образец, и наследуем его от React-компонента стандартного. Типизируем нашими пропсами и типизируем нашим стейтом. То есть пропс для приема данных снаружи и стейт для хранения данных внутри. Вот мы их определили и здесь указываем в типизации. Дальше в конструкторе инициализируем state вот этим. Далее создаем property свойства. Имя свойства. А дальше могут идти getter и setter. Setter мы не прописываем, а пишем get. Что coroutine контекст может нам отдать, когда мы у него попросим значение. Здесь мы обращаемся к props, то есть к универсальному, к стандартному объекту, который приходит в компонент, когда этот экземпляр компонента куда-то вставляется, и ему могут передать какие-то props. Из них, из этого словаря, мы ищем по ключу coroutine scope, вот мы этот ключ объявляли, значение. И когда мы это значение вытащим из props, переданных родителям к нам, мы из coroutine scope вытащим значение coroutine context. Не буду. Вот для тех, кто с React или чем-то подобным не работал, там Vue, Angular, не буду сейчас какие-то иллюстрации рисовать, там глубоко разъяснять это. Это посмотрите какой-нибудь хороший отдельный видеокурс по React. Просто по обычному, без Kotlin, на JavaScript. Мы же переходим вот к какой части. У компонент заканчивается тем, что у него объявляется рендер. Какова же структура его внешнего вида? Ну, тут мы используем styled div. Для того, чтобы сформировать div, внутри него поместить статический текст, а также внутри него прямо поместить стиль. Вот. Но расписывать стили прямо здесь на месте это нехорошо. Лучше взять и подключить как бы класс стиля снаружи. Выше у компонента мы описывали вот такой вот класс стиля рэпа. Здесь мы его подключаем. Давайте посмотрим вверх. Это значит, что у данного дива padding, внутренние отступы станут по 32 и по 16 пикселов, соответственно, с разных сторон. Вот такой вот простой вид, просто div, в который завернута строка текста пока что. Это наш компонент application. Теперь его надо подать main, чтобы этот main его отрендерил и вставил на место в индекс HTML в корневой div, куда подставляется все отрендеренное React содержимое. Выше мы создадим такой класс application, который будет выполнять работу. Посмотрите, мы инициализируем coroutine контекст, инициализируем его экземпляром типа job. Job это, как в других языках, программирование task. Объект, внутри которого находится асинхронно выполняющийся код. Мы дожидаемся, когда task завершается и, возможно, забираем результат его работы. Либо же он работает как процедура, и тогда нам даже и не нужно его ждать, когда он завершится. Он когда-то сделает свою работу, и все, как процедура, сам чего-то где-то вставит, покажет, скопирует и так далее. Итак, job. Дальше. Функция start, которая найдет наш объект document, корень нашего дома, найдет div, у которого ID-шник react app,
И вот что в него подставит. А что в него будет подставлено, мы пишем в этих скобочках. Писать можно разными способами. Ну, в данном случае я написал вот таким образом. Мы должны отрендерить что-то, да? А что? Мы берем и создаем здесь билдер элемента. Мы какой-то HTML элемент здесь создаем. А потом говорим, что child и этот комп... он получится из application component. То есть вот эта вот разметочка, вот эта строка, завернутая в соответствующий стиль, там с пропсом, через который coroutine scope проброшен внутрь компонента. Все это методом render превратится в обычный HTML-ный div с обычным стилем и будет подставлено вот сюда, в индекс HTML, в div с пометкой, да, с атрибутом rect app. Наконец, чтобы это все заработало, мы в main говорим, во-первых, global styles inject. Стили, написанные на Kotlin, превратятся в строку текстовую с обычным CSS-кодом, да, каскадная таблица стилей, и будут сюда подставлены. Дальше мы выполняем application start. Ну и у нашего application вызовется вот этот start. Компонент, application component отрендерится и будет вставлен в свой div на представлении. Наконец, то место, куда будет производиться подстановка. Значит, здесь нам надо удалить большую часть кода будет, потому что, как я уже говорил, все, что нам нужно, это один div и подключение файла bundle.js, в который превратятся все наши компоненты, вся наша сумма фронтенда, напрограммированная на React. Да, этот bundle.js сработает, все там в памяти просто оперативно в виде дерева сформирует и подставит нам вот сюда, в этот div внутрь. Поэтому весь остальной код, ниже, выше, все это больше не нужно. Мы начнем убирать. Во-первых, зависимость Java IO файл нам больше не нужна. Заходим в JVM. Далее. Вот этот весь код, который там вычисляет пути в файловой системе, больше не нужен в main. Да, кстати, что здесь Global CSS остался, что ли? Похоже, да, его тоже надо убирать, хотя я его не убрал. Сразу у нас начинается main с роутинга. Вот эту часть, честно говоря, не знаю. Global CSS, нужно ли это? Думаю, что нет. Потому что все стили, они уже превращены в CSS, они уже подключены в компонент, который будет вот сюда вставлен. Давайте попробуем без них вообще. Вот этот стайл уберем. Далее JS response. Мы меняем на React App. И пока React, ну, этот bundle.js будет выполнять работу, там, готовить содержимое и еще вот сюда не вставит, в это время у нас по-прежнему тут статическая заглушка loading написана.
Подключение старых сценариев мы полностью также устраняем. И теперь нам нужен всего лишь один сценарий JavaScript. И теперь не данные Web Directory, а Bundle директория. И в ней файл Bundle будет. Ну и почистим в JVM Main, в Resources, в Application Configuration еще deployment port. Он теперь здесь не нужен. Убираем его. У нас теперь это в Gradle сценарии главным находится. Нам предлагают какой-то плагин, который помогает работать с конф-файлами. Ну, не знаю. Пожалуй, мы и без него обойдемся. Пробуем запустить. Вот Gradle вызвал менеджер пакетов NPM-овский. Загрузки всех зависимостей для фронтенда. Вот Webpack теперь собирает все вместе, все, что подключено из веб-ресурсов. Немного долгий процесс, ну что ж, придется подождать. Я пока могу к этому всему еще добавить, что пока что у нас стили, ну, чисто условные, да, несколько строчек всего написанные, подключенные вручную. На дальнейших этапах мы все-таки используем некоторый готовый набор стилей, тоже уже обернутый в React. Нам говорят, что все хорошо, и можете посмотреть на вот таком теперь адресе. Копируем его. Давайте смотреть, что получается. Нажму Ctrl-Shift-I, чтобы вот здесь, вот если будут какие-то ошибки JavaScript или предупреждения, чтобы их внизу увидеть. Да, на сервере то уже приложение развернуто, но пока что идет еще рендеринг из компонент React в обычный JavaScript. Видите, тоже какое-то время занимает. Как только он закончится, мы получим на фронтенд наш HTML, который попросит этот самый JavaScript. Bundle.js загрузится, и Bundle.js нарисует все, чего нам нужно. Ну, тут единственная ошибка favicon. Есть какие-то предупреждения, но несущественные. В общем-то, все сработало на самом деле хорошо. Видите, по-прежнему одна строка, но мы видим, что она как-то отступает там сверху, да, увеличился отступ явно. Добавились еще какие-то стили. Если мы посмотрим, что внутри, видите, как все просто. Был один пустой div React App. React App. Ага, ну, тут в него вставилось вот простое содержимое. А кто это сделал? Это сделал main bundle.js, собранный из React проекта, в котором пока что один главный компонент application.
Вот видите, здесь у нас стили высвечиваются. Действительно, наш пейдинг, который мы набирали. Все работает хорошо, но пока грустно. Да? Одна единственная строка на экране. Ну ничего, придется еще немножко подождать. А потом будет интересная информация и достаточно хорошо оформлена выводиться на нашей веб-странице. А когда-то в конце плейлиста аналогичным образом также и в представлении Android-приложения. На сегодня все. До следующей встречи. Пока-пока всем.